А перед началом ролика хочу посвятить вам группу проекта Coins Roleplay. Это проект моего знакомого ютубера Фоди, в принципе, проект будет годный, задействован будет только Батырева, очень крутая система, маппинг. Всем советую, открытие произойдет 29 сентября, то есть уже в этом месяце, совсем скоро, через пару дней, поэтому подписывайтесь на группу, ссылочка будет в описании и ждите открытия, вся информация будет в этой группе. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы будем крутить рулеточку на проекте Амазин. Будем крутить на 1500 кредитов, то есть 1500 рублей. С вас, пацаны, обязательно лайки. В прошлый раз мне не удалось выбить что-то годного. По-моему, я выбил блатными ратом и еще кое-что, я точно не помню. Но сегодня я намерен выбить какую-то машину. На самом деле я хочу очень выбить либо гелик, либо монстр, либо сугурбан. Поэтому, пацаны, поддержите меня лайками и давайте крутить, в принципе. Первая прокрутка, 1500 кредитов, пацаны. Блин, за это вы даже обязательно поставить лайк. Так, рулетка крутится, ловеха нихуя не мутится. В принципе, посмотрим, что она выпадет. И нам выпадает оружие, да? Какое мне вообще не нужно, в принципе, да. Все, крутим дальше, не будем метить, в принципе. Я не знаю, попробую потом, может, через аккаунт перезайти, потом страницу перезагрузить, возможно, что-то поможет. И нам выпадает, блин, рядом, блин, просто была твою дивизию. Рядом икса была, блин. Я хочу хотя бы иксу выбить, это будет там 2 миллиона с чем-то, в принципе. Ну, реально нужны бабосы, пацаны, реально. Нужны бабосы, и только сугурбан не выпадает. Ну, выпадает нам бабос, да, как я и просил. И, точнее, как я и говорил. Блин, у нас остается 1300 кредитов, пацаны. Это просто жесть. Елик пролетает, все пролетает, и нам выпадает, в принципе, вот такой вот аппарат. Кстати, вот ее, я думаю, оставлю, потому что она стоит около там 400 тысяч, в принципе. Потом я ее как-то продам. Так что мы оставляем, в принципе, жигу. И надеемся на то, что нам выпадет не XP. Не XP, блин. Надеемся на то, что он выпадет хотя бы гелик. Монстр, это ладно, я уже загнал, в принципе, он выпадает очень редко. А вот гелик, это еще более-менее реально, я думаю. Так, и нам снова выпадает... А нет, блин, если бы снова выпало, было бы, кстати, неплохо. Так, потом будем весь хлам продавать, в принципе. Сейчас продавать ничего не будем. Мне нужны еще одни блаты. В принципе, я не буду рассказывать для чего, но мне нужны блаты, короче. Да, и нам выпадает XP. Охрененно просто. Вот мечтал просто XP-ху просрать просто. Просрать 1500 кредитов на XP. Просто мечтал реально это сделать. Да, конечно же, это сарказм, и нам выпадают деньги, да? Ну почему не сугурбан? Блин, он же так рядом находится. Давайте сейчас еще одну прокруточку и перезагрузим страницу. Возможно, это нам как-то хоть поможет. Я просто на это надеюсь. Так, микрофон работает, а то мало ли. Випка, ну такое, 12 дней. Так, крутим еще разочек и перезагрузим страницу уже полностью. Попробуем, может это нам хоть как-то поможет. Блин, ну я хочу гелик, сугурбан пролетает, просто нам... Не, надо перезагружать, потому что эти экспихи меня заебали уже. Так, все, перезагружаем страницу. Так, тут хотя бы блат есть. Монстры, это уже хорошо. Так, крутим, крутим, крутим. Блин, надеюсь, давай, хотя бы, ну, какая-то машина, ну, пожалуйста. Ну, не, зачем мне, ага. Блин, ну, хоть до блата бы выпали. Дробовик синего цвета, какой нам нахрен не нужен. Ну, ладно, пофиг, крутим, в принципе. Надеемся, блин, просто, пацаны, поддержите лайком, чтобы мне что-то выпало нормальное. И не выпадают деньги. Хотя бы выпало бы 1200, блядь, ну, не 38 тысяч, твою дивизию. Пиздец просто, это просто пиздец. Неужели мне сегодня ничего не выпадет? Я просто буду в шоке, реально. Обратно деньги. Да ёпту налево, сколько, 38 тысяча, брат, 57, но это все равно мало, нужна машина, пацаны, дорогая, хотя бы X5, чтобы выпал, чтобы мы купились хотя бы, блин, ну пиздец, X5, да ну вы гоните, нахрена мне X5, алло, X5, съебись нахрен отсюда просто, здесь сколько X5 было, это пиздец, и нам выпадает, да, комплект лицензий, конечно же, блять, куда же без этого, ёпту налево, ладно, крутим еще раз, в принципе, X5, смотри, сколько X5, просто, где машины, где они, обратно комплект лицензий, да вы ебанулись или чё, алло, рулетка, сука, ты охуела, блять, какого хуя ты мне дерьмо, сука, даешь, а? Залупа, блин, давай машину, блять, выбить надо, алло, машина, знаешь, что такое машина? Это пиздец, она перезагружает, походу, страницу. Так, давайте я еще один раз крутану, потому что, блять, третий раз комплект лицензии, это уже не смешно, блять, на самом деле, блять, ну почему они прилетают? Три машины пролетело, вы что, ебанулись или что? Пиздец, три тачки пролетело, три, блять. Так, перезагружаем страницу, потому что это не дело, блять. Так, я еще перезагружу, где больше машин, блять. Тут нихуя машин нету, что-то, да? Где машина, алло, блять, ты что, ебанулась, рулетка? Где, блять, машина? Смотрите, ни одной машины нет. Пиздец, смотрите, реально ни одной тачки нету. Ладно, давайте здесь покрутим. Без разницы, ладно. Я надеюсь на то, что, блядь, хоть выпадет хоть какая-то машина. Ну, куда ты полетела? Блядь, пиздец, там сугурбан был. Ну, на зачем мне випка? У меня и так випки до хрена. Там сугурбан, видели, пролетел просто. Я хочу сугурбан выбить хотя бы. Давай, давай, давай. Деньги сейчас упаду, да? Блядь, пиздец, просто. Остается 500 кредитов, пацаны. Охуенно, да? Просто замечательно. Просто просрать 1500 кредитов в никуда. Пролетает машины, конечно же. Зачем мне машина, блядь? Конечно же, блядь. Лучше оружие.
пушка выпадет, пушка ебаная, блядь. Пиздец, меня уже бомбить начинает. Я думаю, вы это поняли, да? Что меня уже бомбить просто начинает из-за того, что мне нихуя не выпадает. Деньги, конечно же. Зачем мне машина, если можно мне дать денег, да? 52 тысячи. Охуенно просто. 52 тысячи, пацаны. А заебись просто, да? Ни одной машины не выпадает вообще. Да тормози ты на Сугурбане твою дивизию. Что-то мне кажется, что мы сейчас можем его выбить. Так, давайте его добьем. Попытаемся добить рулетку, чтобы она нам дала машину. Давай, давай, пожалуйста, деньги выпадай, да? Ну зачем мне деньги, твою дивизию, блядь? Бля, давайте я в аккаунт перезайду. Так, все, я перезагрузил. Точнее, зашел в аккаунт заново, блин. Давай, выбей мне что-то нормальное. Машину, машину, блядь. Машину, не XP, машина, машина, блядь. Твою дивизию, на. Пиздец, просто стало 4 прокрутки, пацаны. А хлама нам особо не упало, и мы его... Не, нам упадало... Да ты, блядь, иди нахуй со своим XP, сука. Пиздец, просто. На чем мне XP, блядь, зачем? Мне нужны номера, машина, знаешь такое? Да ты ебанулась, лучше бы мне столько икса выпало, блядь, пиздец. Чё такое невезение, пацаны, я не понимаю, блин. Я помню, как мне выпадали хотя бы номера, там машина один раз выпала. Икса, блядь, тормози нахуй, на иксе, блядь. Елик, сука, ну почему? Ты не долетаешь, залупа. Давай, елик, я хочу хоть раз жизни, сука, выбить, на. Давай, тормози, блядь, тормози. Да не здесь, сука, обратно елик не добил. Блядь, пиздец, чё он не... Я не могу добить елик. Он не долетает до елика, смотрите. Это пиздец. Давай, давай, давай. Да ну зачем мне лицензии, сука? Пиздец. Видите, сколько дерьма просто выпало. Дерьмища ебаного просто. Смотрите, так, квесту я ставлю. Нахуй, блядь. Так, тебя тоже нахуй. Лицензии ебаные, сука. Каких я шатал, блядь. Сто раз, нахуй. Так, обратно. Так, комплект лицензии и комплект лицензии. Так, 300 кредит у нас будет. Отлично, блядь. Хоть что-то радует. Сука, если сейчас я не выбью машину, блядь, это будет пиздец. Это просто будет реально, пацаны, пиздец. Любую машину, гелик, неважно, иксу, пожалуйста. Ну зачем мне випка? Зачем? Я просто не понимаю. Я просто этого не понимаю. Почему, блин, мне не выпадает ничего нормального? Неужели у меня такой аккаунт, блядь? Тормози! Блядь, сука, нахуй! Пиздец, я думал, сейчас монстр выпадет. Да ну нахуй, блядь. Это просто жесть. Так, пацаны, продолжаем, в принципе. Видели, просто миллиметраж был. Почему не выпал монстр, блин? Это было бы просто охрененно, если выпал бы монстр. А мне выпадает какая-то хуйня обратно, да? У нас осталось попыток вообще. 3 попытки, пацаны, осталось, потому что нечего продавать уже. Нечего, кроме этого пестика ебаного. Блять, я просто в шоке. Ну почему мне ничего не выпадает нормального? Все, одно оружие пошло, пацаны. Заебись просто. Охуенно, блядь. Давайте я стрим спи заружу. Мало ли шо. Ну пожалуйста, ну машину, блин, одна прокрутка осталась, понимаете? Одна прокрутка осталась. И мне выпадают деньги. Все, крутим, блядь. Последняя прокрутка, пацаны. И пролетает 2 монстра, блядь. Конечно же, зачем мне монстры? Выпадает экспиха, да? Просто выпадает экспиха, блядь. Вот как это можно назвать, сука? Как это можно назвать? Называется это подзалупная хуйня. Все, реально сейчас будет последняя прокрутка, походу, да? Да, последняя прокрутка, пацаны, все. Была, не была. Сейчас по-любому какая-то хуйня выпадет. Да уж. И, конечно, пролетает все нахрен. Да, сейчас выпадет XP, сука. XP, блядь, да? Спасибо, нахуй. Большое, блядь, просто. Большое, блядь, спасибо. Подождите, что я выбил, пацаны. 1500 рублей потратил. Это я хоть продам, блядь, слава богу, нахуй. Ну ладно, выводим, чё, блядь, всю эту поеботу, нахуй. Випка, блядь, давай, давай, нахуй. Ни блат номера не выбил, нихуя не выбил. Чисто хуйня полнейшая, блядь. Нихуя нормально не выпил. Денег выбил, сколько я выбил денег, я даже не знаю. Давайте посчитаем, типа там... Типа 100 тысяч, 160, 400 тысяч я выбил, короче, пацаны, 400 тысяч выбил, охуенно, да? Ну, еще машину эту продам, в принципе, да? Ну, это пиздец, вывести в игру, в принципе, давай, выводись, нахуй. Все, у меня остается номера, я, в принципе, потрачу. В следующей серии вы посмотрите, как я их потрачу. И Ладу Весту тоже, наверное, в следующей серии продам. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в принципе. И всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.